вам показать такую красоту. В домах просто конфеты выставлены и все. Ходи, бери. Всем привет! Сейчас пройдемся по моему нейборхуду, так сказать, и посмотрим, как народ подготовился к Хэллоуину. Кому интересно, пойдемте со мной. Вот уже вышли детки. Трик-о-трит делают, наряженные. Наша губернатор вроде как разрешила делать трик-о-трит, но только me, I'm a witch. Разрешила губернаторша детям ходить, делать трик-о-трит, но только пока дневное время, а вечером сказала, пожалуйста, всем по домам, не нужно шататься по улицам. Смотрите, какой дом у нас симпатичный. У моего дома. Это мой такой нейборхуд. Я смотрю, он китайцы снимают, фотографируют. Посмотрите, какое у меня здесь. Какие здесь чудища. И вот, пожалуйста, скелет. Это неподалеку от моего дома. Мой нейборхуд. Гляньте, видно, здесь ребенок живет. Он понавыставлял. Каких-то игрушек здесь. Какие-то чудища. Чудища какие. Ау! Чуть не упало. Вот такой один из соседских домиков. Симпатичный, правда? Какой? Да? Что увидели? Подошли к вот этому дому милому. Вон здесь за Байдена кто-то будет голосовать. Гляньте, они здесь конфеты оставили детям. Написано help yourself. Помоги сам себе, пожалуйста. Happy Halloween. Oh my God! Надо взять его, поставить на место. И вот конфетки. Дети придут чуть позже. И будут им конфетки. Заботливые. Видите, какие люди здесь живут. Бесплатно, пожалуйста. Берите. Видите, какая конфеты раздавать будет детям. Oh, that's so cool. Класс, молодцы. Поналожили сколько пакетиков. Класс. Умничка, да, улыбается. Вот, гляньте, пошли. Пошли наши колядующие. Трик-о-трит их здесь называют. Они ходят трик-о-трит. Трик-о-трит. О, какой, гляньте. Окей, да, нет. Знаете, куда я иду? Вон на крышу того вот Маре Хуто. Я сейчас туда иду. Такой симпатичный. Внутри какую интересную иглу. Сейчас выйду на улицу, покажу поближе. Класс, да? Ресторан. Сейчас покажу поближе. Все в масках. Я? Гляньте, парочка. Какой у нас город. Гляньте. Музыка. Сюда. Огонь. Как вам здесь, а? Мило, правда? Народ в основном внутри сидит. Народ боится на улицу выходить. У меня здесь встреча, поэтому я здесь. Хочу вам показать такую красоту. Симпатичненько там, да, так загадочно. $75 на человека стоит в этом иглу посидеть. Они его называют иглу. Парочка целуется. Прямо рядом с нами. Так там. Симпатично, да? I got a video blog. Video? I have a video blog. What's that? Video blog. When I travel or I go somewhere, I do little videos. Oh, and I got video blog. It's in Russian. So. Is there anything else that I can help you with?
can get. Sweet. Maybe a little pepper? A little pepper? No. Of course. Видите, какой у нас ужин. Ура. Какой огонь просто магнетический, правда? Красота. Вечереет. Завтра переводим часы. После 4 уже будет вечереть. Ну ладно. Надеюсь, вам такое маленькое включение было любопытно. Все. Гляньте, какая красота, вечереет. Ужин был очень вкусный. Это ресторанчик. Народ в основном там внутри. А я тут. Ну все. Всем всего хорошего. Пока-пока. Котяра. Бесплатные конфеты. Вот так около дома. Подходи, бери. Что хочешь. Гляньте, сколько конфет. Миллион. Уже вечер, никто не берет. Hello. I'm just filming. This is so thoughtful. Happy Halloween. Happy Halloween. Игорь, я просто снимаю. Thoughtful это, ну, заботливо, как бы. Котяра, заботливо. Подумали о вас, да, получается. Вот тоже конфетки. Hey. Happy Halloween! Happy Halloween! I'm just filming this for my people. Oh, that's fun. Back in Ukraine. I'm saying this is thoughtful. Thank you. You're very welcome. Kids must love it. Yes, they do. And it's fun to have them here. Definitely. Happy Halloween! И вот смотрите, маленький такой небо, так называемый. Вон, снег еще не сошел, видите? И вот, пожалуйста, выставили. Бесплатные конфетки налетай. Молодцы, люди. Молодцы. Тоже, пожалуйста. Видите, какая куча конфет. Кто не хочет? Конфетки. Вот так.